Для меня эта награда очень важная. Хочу выразить огромную благодарность командованию Министерства обороны, нашему верховному главнокомандующему за столь высокую оценку моих действий. Это награда не только моя лично, а награда всей нашей авиационной системы. Поэтому выражаю огромную благодарность. 7 мая выполнял полет по противовоздушной обороне. С командного пункта была получена информация, что в районе острова Змеиного происходит высадка десанта противника. Вот. После чего выполнил снижение на предельно малую высоту, разгон трансзвуковой скорости. Визуально обнаружил вертолет противника, идентифицировал его как вертолет Ми-14. Выполнил по данному вертолету два захода с применением авиационного вооружения из пушки, после чего, после готовности управляемых средств вооружения и готовности и захвата тепловой головки самонаведения, поразил самолет с помощью ракеты Р-73. Все, выполнил полет по обратному маршруту, произвел посадку на своем аэродроме. Родным и близким нет, еще не сообщал. Вот, поэтому, думаю, сейчас уже после вручения звезды позвоню, поздравлю, обрадую.